меня отрицать семьи. Ну и последние новости с тех, ну, те, наверное, кто следит за рынком, знают ее, это отмена всех ГАИС де-факто и, ну, изменения, которые произошли, сначала было резкое падение, и затем отыгрывалась цена. При этом показатели биткоина, те, которые нам, ну, сигналят о проникновении биткоина в сектор реальной экономики, ну и, собственно, адопцию пользователями конечными биткоина, они стабильные, они растущие. Они растут из года в год, и они стабильно растут. И это важно, и для нас это тоже показатель, да, потому что если капитализация будет снижаться, у нас базовая инфраструктура будет развиваться, и количество пользователей, оно тоже будет увеличиваться. История с Ethereum, она, опять же, тоже новостная история с точки зрения рынка, поскольку токены, они котируются на бирже, да, мы всегда с вами видим реакцию, ну, на проектах, особенно на начальной стадии, на новостной фон. Ну, и на нормальных проектах, вот не надо думать, что это какое-то исключение типа серии, потому что это криптоэкономика, и ничего подобного. Мы смотрим с вами на любые...